здравствуй, мой юный друг. Я тебе расскажу о кое-каких секретах силы. Прежде всего, это надо любить. Силу надо любить. К силе надо стремиться. Тогда открываются кладовые, а эти кладовые силы открываются устремлением. Твое устремление, твоя любовь к этому открывает. И теперь даже не надо ждать там, что должно пройти там столько времени на восстановление или еще что-то. Ты будешь восстанавливаться намного быстрее. Намного быстрее и прогрессировать. Как это делали некоторые замечательные атлеты. А я смотрел за ними. Учился у них. Как же, за счет чего они поднимают такие огромные веса. И потихонечку я постиг эту науку. Я держал эти веса. В 60-м году то, что я поднимал, 160, 197 и 202 на грудь, это были олимпийскими рекордами, мировыми рекордами. Поэтому я держал эти веса. Не просто так тебе тут трындю. Опа! С удовольствием тянуться. Не просто так рассказываю байки, а я реально это держал в своих руках. Все это было. Всему свое время. И то, что в 60-х годах было рекордом, мировым, олимпийских игр, в 78-79-м, когда я это все понял, оказалось, естественно, больше мастера спорта, больше. Вот. Поэтому первое, это надо любить. Будешь любить, будешь стремиться, и откроются порталы с источниками силы. Это такое благородное занятие. Как и любое занятие, когда ты отдаешь ему самого себя целиком, оно начинает идти тебе навстречу. Везде должна быть плата, понимаешь? Плата. Самая лучшая плата – это жизненная энергия и любовь. Я могу тянуть в два раза больше, но не будем горячиться.
Возраст берет свое. Возраст берет свое. Существует масса разных талантов. И есть талант тренироваться. Меня никто не учил техники. Я ее освоил сам. Меня не учил никто тренироваться. Я освоил это искусство тренировки сам. И много другого. О! Все сам. В итоге будешь, как и я, самородком. Самородок. Это самое ценное, что может быть. Ты самостоятельно проходишь путь от новичка до мастера. И даже рекорды прежних чемпионов оказываются в твоих руках. Прежних, но не нынешних. Да. Но при определенном упорстве все достижимо. Достижимо, да. Опа. Важно при этом понимать, что каждое повторение не ослабляет тебя, а наоборот усиливает. Каждое. С каждым повторением ты становишься все сильнее и сильнее. Это очень ценное качество. Разминаемся. Готовимся. О, настраиваемся. Удаль молодецкая. Тренер хорош постоянством. Золотые слова. Тренинг хорош постоянство. И самое важное, мыслью прорасти, что ты уже силен. Что просто идет время, ты уже поднимаешь больше и больше веса. Имеешь больше и больше мышц. Просто время. Тормозиться. Аппетит должен быть. Аппетит на тяжести. Аппетит. Желание. Назови как угодно. Но оно должно быть. Сцепиться с весом. О. Сцепиться. Фу. Ты глазами и мыслями буквально таки пожираешь веса. Сначала они кажутся тебе большими, а потом ты к ним привыкаешь. Потом думаешь, что они маленькие. И мысленно ты их берешь. И потом они действительно становятся
для тебя маленькими, привычными, и хочется все больше и больше. В этом секрет силы. Больше и больше. Конечно, вначале не спеши, связочки. Все системы должны настроиться на прием силы. Это не сразу происходит. Далеко не сразу происходит. Организм должен настроиться на силу. Как правило, на это уйдет пара-тройка лет, чтобы подготовились связки, суставы, и организм настроился на силовую работу. Время запастись, делать, делать, делать. О-о-о-о-о-о. Да молодецкая. Разминаться надо, особенно с возрастом. С возрастом все у нас делается совершенно иным, нежели то, что было в юности. Но тем не менее, можно еще многое сделать. Так что не пренебрегай разминкой, целее будешь в старости. Дай Бог, чтобы у тебя и в пожилом возрасте, и в старом сохранился аппетит к занятиям. Ох, это дорогого стоит. Аппетит к самой жизни. Жизнь такая вкусная штука, когда понимаешь, что это такое и как с ней взаимодействовать. И она же может превратиться в проклятие. И если ты в ней ничего не смыслишь. О, отлично. Кстати, советую выполнить вот такое вот упражнение. Прижать. О, даже как. О, сразу в плече тут побаливает. Это говорит о том, что связки не на месте стоят. Думаю так. И вот так вот. Раз. И поднять. Опа. И потом опять. Опа. О, прижать. Вот так вот. Вот. А, да, вот так. И раз, 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 раз. Опа. И еще разок. Оказывается, все у нас норовит стать не так, как надо. Вот не так, как надо.
А наша задача все это поставить на место. Все поставить на место. О! Фу, 15 килогерцов. Для аппетиту. Надо настроиться на волну. На волну мощи, понимаешь, мощи. Фух. Причем на волну мощи настраиваешься не на занятие, а настраиваешься на определенное время. На время занятий. Сколько занимаешься? Год, два, три. То есть живешь этим, дышишь этим. Вот тогда будет результат. Это говорю я. Начала вливаться в тебя. Не час, не два. Она вливалась в тебя. И день, и ночь, и месяц, и год, и два, и три. Вот тогда будет результат. Тарабатай, да-да-да-дай. Джам-джам, джам-джам, да-да-да-дай, да-да-да-дай. Та-дай, да-да-дай, да-да-да-дам. Да-да-да-дам-дам-дам-дам. А вместо сердца пламенный мотор. И песни, песни должны быть у тебя, сам их генерируй. С ними приходит сила тоже. И определенные песни дают. Посмотри, все там ходят в наушниках, слушают. Но ты должен не слушать, а сам воспроизводить. Это более мотивирует. Ну что, вздрогнем? Растяжка плеч, связок, которые там стали не на свои места. И проверка, что там в глубине плеч творится. Вот ведь тяну вверх. А, хорошо растягивается грудак. Хорошо. Хорошо. Больше вот здесь вот побаливает. Это говорит о том, что ты еще
не восстановилась. А тем временем мы увеличим вес. Мы сим хлеб бронюхуем, такие мы сякие. Кстати, вы видите, я занимаюсь один. Вот я оборудовал себе спортзальчик. Другим нужна свадьба, чтобы тут кто-то занимался еще. Вот. Меня не надо мотивировать на что-либо. Я сам себя мотивирую. Вот в чем феномен. Ну что, сцепимся. Молодецкая сила. Чувствуете? Гормон пошел. Адреналон пошел. Все пошло. Энергетика. Вы чувствуете? Мы сеем хлеб, бронюхуем. Такие вот всякие. Рабчебрюм, джарибизум. Джам, джам, джарим, джам. Тарабадам, дарададай, тадай, дарададай, да, тарададай, дарададам. В руках у нас гантеля, и мы с ним хлеб бронюхуем. Такие мы всякие, если будем поднимать гантели вот такие, они тяжелые. Ну в нас в наших руках легчают. Та-да-дай, та-да-дай, та-дай, та-дай, да. Так, ну что, заниматься надо с выдумкой. Еще вздрогнем. Впереди нас еще ждет прекрасное упражнение, где можно проявить силу богатырскую. Удаль молодецкая. Итак, сцепимся с этим весом. Отлично. Что чувствуется в плечах, особенно в левом? Что оно куда-то выезжает, а тут внутри возникает боль. То есть сухожилие съезжает со своего положенного места. Надо его поставить. Мы съем хлеб, бронюкуем. Такие мы всякие. Так, левая у нас съезжает. Ну-ка. А,
нормально себя чувствует. Без боли. Без боли. Но вес большой все-таки. Вес большой. Таким образом, когда появляются боли, это говорит о том, что не следует пока на эти веса ходить. Связки не подготовлены так, как надо. Не держит сам сустав. Он в сторону уходит. Вот. Движение само не закачано так, как надо. Поэтому изредка, как прошлись, и вот до Нового года я больше 20, наверное, 2 килограмм не буду делать. Возможно, у меня еще не произошло нужного восстановления. Я пока пру одно накладываю на другое, чтобы потом это все после отдыха, значит, накатило большой волной. То есть вы сделали нагрузочку, раз, она вот так вот у вас приподняла у вас. Ага, следующую нагрузочку отдохнули, приподняла. А тут одна, другая, на фоне не до восстановления, потом все это в суммаре, в сумме делает цунами. Такую волну. Но это особая технология. Кстати, об этой технологии упоминал Юрий Петрович Власов. Он говорит, я заметил, когда ты тренируешься, вот, недовосстановлен. Одна тренировка, другая, третья. Вот это вот она накапливается, накапливается. А потом даешь отдых. И волна. Ух, пошла волна. Силы богатырская. Силушки. Сила, силушка богатырская. Ух, ну и поехали. Нормалек. С этим упражнением мы просто не будем веса добавлять. Я добавил вес на тяге существенно, на бицепсах добавил, на жиме сидя добавил, а вот тут не будем добавлять. Просто проработаем грудничок. Расправим волоконца, растянем их, прокачаем, чтобы лучше все шлаки, молочная кислота вымылась. Прокачаем, прокачаем. В одной тренировке можно увеличить веса и подходы. В другой тренировке можно просто веса увеличить без подходов. А в третьей тренировке можно много сделать со средними весами, чтобы был прогресс. Yes! 4 подходика, как раз все вот это вот, подъем на бицепсы, подъем на бицепсы с жимом гантели, отжимания на брусьях, все это подготовили для жима лежа.
Вот такая вот разминка. Видите, я хоть стою, но жму. Углы какие острые, не прямые. И туда. Так. Мы съем хлеб. Броню куем. Первый разминочный подход. Пружина, пружина, и хотя чувствуется, что еще грудак не восстановился, но сила уже прибыла. Порталы начали открываться, и сила начала вливаться. Открываться и вливаться. Это важно понимать. Тренинг хорош постоянством. Постоянство от точка движения, накачка движения, залог успеха. Не будем вылаживаться на максимальное количество. Ограничимся вот так вот. 7-8. Кружок по залу. Отдых. И опять. Седьмого декабря я жал этот вес, и была большая тренировка. Сегодня 9 декабря, опять на штанге 80 килограмм, и я сцепляюсь с этим весом. Есть. Также семерю.
Второй подход, заход. Оце уже домкрат. Оце уже домкрат. Домкратище. Вот этот подход мне сейчас показал, что этот вес заглотил, проживал, оживал его долго, несколько лет, и усвоил. То есть этот вес уже перестал для меня быть чем-то таким стрессовым. А стал таким вот уже тренировочным, обычным. То есть организм справился с ним. Собрал силу, собрал все, набрался всего, чего надо, и усвоил его. Просто-напросто усвоил его. И это хорошо. Вот что значит тренировки. Одна волна накатывается на другую, на другую, на другую. И все это заставляет организм приспосабливаться, включать более мощные свои резервы, накапливать все это дело, распечатывать порталы силы, тянуть ее на себя и прогрессировать. Третий подход. Домкрат. Просто домкрат. Растянемся. Вот это растянем. Больше грудь растягивается. Хорошо. Вот здесь вот. Хорошо. Еще это. Фу, ну что теперь? Надо объемом добить, чтобы все это дальше, 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 дальше. То есть именно объем заставляет то, что вы завоевали, застолбили, упрочняться, наращивать и идти дальше, дальше, дальше. Поэтому ставим 70 кГц и погоним. И погоним. Первый подход на 70. Семерим. Один. Два.
идет работа теперь. Второй подход, третий подход. Четвертый подход. Пятый подход. Создаем плато, на котором потом пойдем. Плато надо сделать. Создать плато. Называется это плато силы. Почувствовал, руки начали уже сами по себе давить. Они уже сами по себе, все. Берут нагрузочку на себя, все, пошли мы вперед, пошли. В атаку. Шестой подход. Мне достает удовольствие при монтаже и в дальнейшем посмотреть, как я работаю, как я упираюсь. Это тоже своеобразный такой стимул интересный. Как в былые времена, подход за подходом, и с каждым подходом ты не слабеешь, а становишься сильнее. Вот в чем феномен правильного тренинга. Итак, смотрите, как это делает пожилой атлет. На одном дыхании создал мощь, потому что я взял энергию. Многие думают, 99 и 990 людей, что легкие берут только кислород, там выделяют углекислоту. Они берут прану. Они берут вакуум, они берут потенциальную энергию вакуума, которую мы потом превращаем в кинетическую энергию, то есть с помощью ее жмем. Вот об этом никто не знает. Да-да. А растяжечку. Сделаем растяжечку.
грудака. Вот здесь особенно тянется, работает хорошо. Грудник. В плече ничего не чувствуется. Только вот здесь вот, вот эта часть. Растягиваюсь перед седьмым подходом, больше не буду делать. Везде все-таки надо знать меру. Будьте и хватит, вас не захватят. Это надо помнить. Итак, седьмой подход. Седьмой подход. Вес 70 кГц. 70 кГц. У меня такая песня есть. Болят уставшие плечи, а грудь все так же сильна. Песня позволяет взвинтить энергетику. Запомните это. Что-нибудь про себя там пробубните. И седьмой подходик. Возьмем энергии побольше. Хутен молодецкая. Краты. Лицо. Смотрите на мое лицо. Какое оно красное. Проливается кровь. Массаж. Теперь кровь отошла. Морщины. Где морщины? Где морщины? Прекрасный массаж. А? Как дал? Вот это поднимает вашу самооценку. Седьмой подход. Вес 70 кг. Вместо 7 – 10 раз. Учитесь у пожилого атлета. Вы думаете, это все? Да ничего подобного. Теперь упражнение на брюшко и спинку. И поехали. Занимались могучие люди, Рони Колеман, Дариан Яц, конечно, Арни, они себя не щадили. Успех приходит к тем, кто полностью отдался процессу. Полностью отдался процессу. И еще кое-что. Вершин добиваются те, кто покорили этот процесс. Это единицы. И высока плата за это покорение. Рони Колман, что с ним стало? Дариан Яйц, где мышцы? Арни, все слетело. Все. Вот такие-то дела. Так что
Знаете, что за успех придется платить. Высокая плата. И чем выше успех, тем и больше расплата. Да, не просто быть лучшим. Ох, не просто быть лучшим. Не просто быть лучшим. Это упражнение я делал 16 килограммами в то далекое время. Потом 32, потом кил 40, потом кил 60, а потом просто делал, не считая веса. Леня, ты тут, а? Сынок у меня говорит, а я занимаюсь раз в неделю. Ё-моё. Кстати, такая силовая выносливость, как у меня сейчас, она не появится на одном энтузиазме. Я говорю, надо поработать годика 2-3, чтобы пробился портал, пробился туннель к силе. И тогда как-то вот все это наладилось. То есть вы не думаете, что вот это вот вы и все, вы связаны тонкими телами, с огромным вот этим великим целым. И вот для того, чтобы оттуда взять энергию и показать им, что вы достойны этой энергии, что вы достойны этой силы, надо потрудиться, и не один год. Вот тогда этот портал пробьется, и тогда у вас будет силовая выносливость, сила, запал и все. Но для этого... важно ваше, в первую очередь, устремление. Устремление и всецелое горение. Горение, понимаете? Вот, чем больше вы будете как-то мысленно в силе вариться, как Юрий Петрович Власов, кстати, почитайте его, как он ждал силу, когда она придет, эта сила. Он знал, что она у него будет. И он занимался, и ждал ее появления. И она пришла! Да! И она пришла! Придет, как наваждение, как цунами, и все затопит! Надо быть готовым к этому! Но на этом финиш! Мурка! Мурочка! Мур-мур-мур-мур!
Мурочка. Ну, Мурочка, ну чего ты? Мурочка. Богатая фигурочка. А Мурка, 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 Мурочка. Твоя накачанная фигурочка. Твоя накачанная фигурочка. Меня давно свели с ума. Ах, Мура, 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 Мурочка. Ну и соломенная голова. Да, 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 вот так, 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 так. Ну а теперь что тело? А тело последует за вашими мыслями, за вашими устремлениями. Оно будет становиться таким, каким вы его мыслите. И раз вы мыслите себя сильным, могучим, здоровым, с кубиками, мать вашу так, оно и будет. Будет грудастым, плечистым, ручистым и все такое прочее. Да, вот так вот. И не иначе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!